Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор этилмалитол, усилитель вкуса. Электронные сигареты пользуются немалой популярностью в наши дни. Для кого-то они стали заменой обычным сигаретам, а для кого-то заменой кальяну. Некоторые люди изготавливают заправки для них самостоятельно, ведь это очень удобно и практично. Однако для домашнего изготовления следует использовать только качественные ингредиенты. В продаже можно найти большой выбор ароматических добавок, основ и прочих компонентов для создания жидкости для электронных сигарет. Чтобы во время курения привкус и аромат были ярко выражены, необходимо использовать усилители вкуса. Они не только улучшают вкусовые свойства, но и продлевают время курения. Усилитель вкуса идеально сочетается с любыми ароматизаторами. Это вещество абсолютно безвредно и подходит даже для продуктов питания. Оно очень экономно израсходуется, поэтому небольшого количества вам хватит надолго. Благодаря этилмалитолу вы сможете по-новому ароматы привкус привычного для вас ароматизатора. Стоит отметить тот факт, что при использовании такого вещества уменьшается расход самих ароматизаторов. Данное средство прекрасно подходит для домашнего самозавеса. Преимущества применения таковы. Усиливает вкусовые качества и аромат любых ароматизаторов. Безопасен для здоровья, поэтому подходит даже для продуктов питания. Позволяет существенно снизить расход. Подходит для самостоятельного использования. Экономичен применение. Идеально сочетается с ароматизаторами разных производителей. Вот такой баночке мы отправляем усилитель вкуса нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!